Архангельская область, за 30. Ну, правильно, север называется. Я всегда удивлялся. Севернее меня намного, а жара какая. Елена Опарина, привет. Сергей, Амурская область. Не подходи к дереву ни с топором, ни с секатором, ни с дурными мыслями. Если такое имеется, проходи мимо молча, куда шел. Да не получается так. Вот. Я несколько старых деревьев выпилил. У меня просто уже выхода не было. Ведь сфотографирует кто-то, а потом высмеет на весь интернет. Избито морозами. Плодоносит Саратов. Избито морозами так. Ужас. Так. Светлана, добрый вечер. Владимир. Вот уже два абрикоса буйно отцвели и мирно Да. Это как подтверждение ваших слов. Погибли ожидаемого, травмы прикорневые. А вот данные для цвета. Так, погодите, минуточку. Что значит ожидаемо? Что такое прикорневая травма? Чьи абрикосы? Что за травмы? Ладно, данные для статистики, но не закончено письмо. Нет, вот и конец письма. Из 12 отцветавших плоды на 6. Ну, я 100 раз говорил, не надейтесь 10 из 10, 100 из 100. Абрикос настолько капризный, ну, 2 засохли, 6 плодоносят. Я вас поздравляю. Вот. Если это наш абрикос, я надеюсь, за эти 2 отцветших вы меня не будете или Сергей деньги трясти. До того противно жить. Уже Сергей руки опускаются. Знаете, что он сказал? Последний год все. Вымотаны все нервы. Только потому, что это я виноват. Ну, он меня не упрекает, просто я чувствую, что когда показываешь прекрасные саженцы, люди думают, и урожай у меня будет так. А когда на это новорожденного ребенка вручает там, допустим, приемным родителям или даже не приемным, а родной маме, что с ним дальше будет? Где гарантия, что этот самый, как их называют, кто принимает роды? Акушеры виноваты, если через 20 лет он будет уродом или инвалидом, ребенок. Так и тут. Довели Сергея, что уже бросает это все. Так, Светлана, какой год саженцам? Олег Мезинов. Олег Олегович, привет. Добрый вечер. Называет вопрос, на который нет однозначного ответа. Когда снимать привычную ленту? Поздно, перетяжка, рана сломается. Ну, да, вы правы, нет ответа. Я снимаю в июле, делаю 2 кола, вбиваю. И некоторые уже с перетяжкой, но она потом, перетяжка исчезает сама. Главное не делать вот эту дебильную вещь, когда заставляют людей делать бороздование подвой с прибоем, вот это место. Я пробовал, умирают деревья. А кто-то однажды с дуру написал, может, дерево не погибло, может, перетяжка исчезла. Она бы исчезла бы без этой раны. Ну, как пошло по всем этим. Обязательно, как дебильный совет, так это самое. Размножить так, что миллионы людей начинают деревья калечить до раздавания. Так, ну, в общем, перетяжка, да, рано снимешь, но надо, когда рано, бывает как. Ураганный ветер может преодолеть силу даже 2 колов и все равно сломать. Особенно у меня, когда у меня еще был промышленный сад на острове, у меня сразу пошли там из 1500 еще прививок, да. Я просто не успевал, и коли не вбивал, да вось обойдется. И вот после ураганного ветра упали штук 50. И они были самые лучшие, самые мощные. Знаете, когда яблоня за 1 год поднимается до уровня 2 метров, раз, а это же прививка на корневой отводке, а корневые отводки, они не имеют возраста. То есть это корневой отводок, ему 1 год или 2, а на самом деле ему 20 и 100 может быть. Но это отдельный разговор про физиологию. А мы видим, что умудряется дать 2-метровый побег, с этим все как положено. Еще и цветы заложил. Самое лучшее, раз и нету. Рассек Архимеда. Хотя и специально штаб не делал. Значит, а уже отвязал. Или не так. Только отвязал, и тут же их ветер по штук 50. Лучшее. А потом, представляете, все с нуля. Вместо 50 роскошных деревьев. И вот, как я понимаю, как я вам отвечу? Ну, наверное,
Есть такой совет. Он не мой, где-то когда-то я прочитал. Обвязка снимается, но постепенно. Допустим, ослабляется. Раз. От себя я добавляю. Может быть, надо не два кола ветра, а 3-4 кола. И тогда спокойно снять, чтобы вроде бы и не должно пережимать, но все-таки, чтобы не болтался там. А то бывает ураганный ветер, он коле бывает выворачивает, особенно если плохо вбить. Так, ну ладно. Середина июля, золотое правило. Да, Сергей, правильно. Виноградов, здравия. Виктор Казаков, всех с Троицей. Вас тоже. Спасибо вам, вашему сыну, терпением. Пусть не бросает доброе дело. Но советует легко, а как же это самое? Кто доводит до инфаркта? Верните деньги его, это самое. Из 10, 1 или 2 погибло. Все. Так, Антонина пишет, подождем. Антонина, это те, которых я таких людей называю, какие-то они особенные. Это действительно святые люди. Столько потратить силы и времени, ой, на то, чтобы научить детей. Сколько было лекций. А дети, а вы видели эти фотографии? Горящие глаза, все. А теперь здрасте. Авторы идеи другие, все другое. Вот. Звонит, чуть не плачет, что делать? Вот. До того обидно. Так, Валерий Красивич, доходчиво, интересно, своевременно. Спасибо огромное. Ну вот видите, вот это и есть та самая, я называю подвижница. Таких людей на всю страну, знаете сколько? Правильно, одна. Вот, и для нас, кто-то силен в другом. Она именно в этом, она взялась из школьников, она растит в школьный сад. Вот. Слава уже прислали другие. Она не бросает. Вот. Хотя обидно страшно, я понимаю. Представляете? Я таких людей называю штучные изделия. Штучные. Потому что таких людей надо штуками считать. 1, 2, 3. Все. На всю страну. Ну что, друзья. Я выговорился. Накипело. Знаете, целую неделю молчать. А потом вместо того, чтобы нудная, скучная лекция. Вот. Как меня одна крупная газета воспитывала. Мы не можем такую статью принять. Вот то, что я говорю, в виде статьи, да? Ну, советы, все. Нет, давайте так. Значит, пишите так. Пункт первый. Заточили. Они меня учат. Меня главный редактор учит. Вот спасибо, Ребрик не учил. Пункт первый. Заточили лопату. Вот. Пункт второй. Выкопали ямку такого размера. Пункт третий. Ну, и так далее. И кому нужны такие статьи? Так, Сергей Амурской области что-то пишет. Давайте подождем. Время у нас позволяет. Вот. Спасибо за вебинар, пожалуйста. Приятно, что за это спасибо. Приятно, приятно. Ну что, друзья, что я вам скажу? Сегодня получил квитанцию, вчера отдавал посылку, собрал в Финляндию. Ну, не так уж дорого, там 400 с чем-то рублей получилось, так. Я боялся, что будет в 10 раз больше. Вот. Получается, на Украину больше, Казахстан больше, Беларусь больше. Странно, конечно, все это звучит. Вот. Так что нас прибывает помаленечку. Семинар железа в Москве. Это что такое? А, это ваша очередная статья. Каталог семян, видите? У меня остались семена прошлогодние. Схожесть хорошая. Покупают. Но в неделю один заказ. Вот такой, как в Финляндии. Я еще надеюсь на то, что вы себе поможете. Вот. И мне поможете. Надо дожить до осени, поэтому я лишний раз говорю. Да, Антон тоже. Сколько он потерял часов дней, Антон Валерьевич?
А вот он каталог. Пожалуйста, делайте заказ. Я не прошу никаких лайков. Вот я просто надеюсь, что это и есть наша жизнь, помогать друг другу. Все. До свидания. На этом мы заканчиваем. Спокойной ночи, друзья. Там, где пришла ночь. А сегодня еще и футбол. Футболистов, болельщиков поздравляю. Вот. Сегодня, если инфаркта у меня не будет, чует мое сердце. Беда. Это деградация страны коснулась всех слоев общества, в том числе и спортсменов, казалось бы, самых сильных людей на Земле. Вот. Страшно смотреть футбол сегодня. Страшно. Когда-то победы в футболе помогали пережить трудные времена. А сейчас что? Ну что, пожелаю вам спокойной ночи тех, кто уснет, и тех, кто останется смотреть футбол. Желаю победы, хотя уже не верю ни во что. 70 лет я ждал чемпионат, чемпионский титул, чемпиона мира, чемпиона Европы. И еще жду. Вот это и есть эта жизнь. Вот, деградация полная. До свидания. Выговорился.